люди делают карьеру и с каким-то остервенением работают, крутятся в беличьем колесе жизни. И снова из последних сил гонятся за счастьем. А спроси, какое оно, счастье? И ведь не ответит. Однако приходит момент, когда в душе рождается нечто, рождается что-то такое, что заставляет остановиться. Когда вдруг нестерпимо захочется туда, где прошло твое детство, откуда ты начал жить и где покоятся твои предки. И нет ничего выше этого уголка на целом свете. Выше только небо. Вот и я, словно паломник, отправился на днях в свое собственное детство. По близким памяти и сердцу Саровским окрестностям. А вот там, справа за речкой, поле. Поле, где когда-то после войны работали колхозницы. И моя мама нашла в земле кольцо. На нем старинными буквами были выбиты три слова. Вера, надежда, любовь. И символы. Веру обозначал крест, надежду – якорь, а любовь – сердце. Что это, знак свыше? Не знает никто. Только обвенчался нас отцом в Кременковском храме именно с этим кольцом. Вот и не верь после этого в судьбу. Яковлевка. Из истории известно, что эти земли в 1710 году купил у помещика Ивана Есипова царский стольник Яков Прокудин. Рядышком выходцы из Рузанова основали хвощи и городки. А жили ли люди в этих местах задолго до них? Конечно, жили. Тот же поселок Городки, который с начала 90-х годов прошлого века исчез, его поглотило садоводство, известен как памятник археологии, где была обнаружена стоянка древнего человека, датированная аж первым тысячелетием нашей эры. Но даже в недалеком, по меркам истории, 18 веке здесь стояли дремучие непроходимые леса. И расчистка их под пашню шла с большим-большим трудом. Однако с развитием в округе железоделательных заводов, для которых требовался и древесный уголь, и перевозчики руды, Яковлевка стала расти. И в 1900 году в селе открылось земское училище, а в 1904 – храм во имя Серафима Саровского. Потом случилась Первая мировая война, потом Гражданская. В 1930 году в Яковлевке образовался колхоз имени Наркомзема, который в 50-м году был укрупнен. Кстати, мало кто знает, что в Яковлевке родился самобытный талант, поэт Михаил Тимонин. Все эти земли вокруг Осиновки приобрел в 18 веке княжеский род Шахаевых. Известный в истории со времен поддержки им царя Бориса Годунова. В 60-х годах того давнего столетия на левом берегу Вичкинзы Шахаевы построили роскошный по тем временам особняк, куда поселили крепостных крестьян из других владений князей. И началась неспешная жизнь этого дворянского гнезда. 4 года во флигеле дома проживала матушка Александра. В миру богатая ярославская помещица Агафья Мельгунова, основательница женской дивеевской православной общины. Последним владельцем усадьбы был князь Николай Сергеевич Шахаев, гвардейский улан в отставке. Целые десятилетия он лихо кутил, но, как нередко бывает, с возрастом он остепенился и был избран предводителем дворянского собрания Ордатовского уезда Нижегородской губернии. А уезд сей включал в себя большущую территорию – 7 нынешних районов. Дивеевский, Вознесенский, Выксунский, Кулебакский, Навашинский, Первомайский и, собственно, Ордатовский. Говорят, что на этом посту Николай Сергеевич показал себя очень достойно. А перед смертью, будучи бездетным, как истинный гражданин, передал усадьбу в дар Ордатовскому уездному земству. В 1898 году здесь открылся фельдшерский участок, а с 1912 года – уездная больница. Сохранилась тут больница и с приходом советской власти. А рядом с ней был роддом. Именно здесь и появлялись на свет жители всей округи. А вот в 30-е годы прошлого века в Осиновской больнице после окончания Горьковского медицинского института работал молодым специалистом будущий академик Николай Блохин. В 1974 году больница переехала в новое здание и стала носить его имя. А в старинном особняке сначала работала швейная мастерская, а потом филиал полхмайдановской росписи. Кстати, о народных промыслах. Саровская пустынь активно поддерживала экономику края
и делилась знаниями с местным людом. Известно, что монахи с 1730 года освоили деревообработку методом точения на вращающемся станке. Вскоре этому научилось окружающее население для изготовления посуды. А в свою очередь это получило неожиданное развитие в Полхмайдане, основанном в 1671 году ссыльными разинцами из отряда Алены Арзамасской. Те стали делать тарарушки и их расписывать. Вот так появились знаменитые матрешки. Причем на их передниках выписывали алую розу, которая по народной легенде выросла на месте казни Алены в Темникове. Ныне в дворянском гнезде гнездо другое – дом милосердия для престарелых людей и инвалидов. Отсюда, с окраин Осиновки, открывается вид на все четыре стороны. Пойдешь в одну сторону – Дивеево с золочеными куполами и толпами богомольного люда. В другую – Рузановой кремёнки со старинной, красивой, словно игрушка, церковью. Рядом поле у Явленого родника, где билась когда-то с царскими войсками и была разбита крестьянская воительница. Русская Жанна д'Арк, та самая Алена Арзамасская. Ну а хочется покоя – иди по четвертому пути. Сначала лугом, потом дорогой. И тут, на некогда голом месте, теперь скит. За скитом – кладбищенский храм и само монастырское кладбище. Тут тихо, чисто и очень-очень красиво. Воистину, небо на земле. 95-летняя схемонахиня Серафима, очень напоминающая мне мою матушку, как-то похвалилась. Мне там тоже место припасено. Завидую. Только как такое заслужить? Сегодня многие уверены, что за деньги открываются все двери. Пожалуй, вот только в главную за взятку не пустят. Возвращаясь в город вдоль поймы реки, шел по тем местам, где проходило детство моей мамы. Может быть, именно по этим тропинкам она и ходила, а рядом, по этой самой земле, обходя свой четвертый удел, ступала самая главная мать человечества – Богородица. Я возвращаюсь в город, в теплые болотца уютной цивилизации. Туда, где живут тысячи таких же, как я, моих ровесников, старших отцами и дедами. Живя в городе, да еще каком, мы все же храним в душе что-то теплое и родное, словно дух парного деревенского молока, которое мы пили в детстве. Мы знаем то, что не дано знать юному и грамотному компьютерному поколению. Мы жили полной жизнью в живом, а не в придуманном мире. Мы играли в настоящие игры, а не виртуальные. Мы сами были частью этого мира и трогали этот реальный мир собственными руками. Иногда, конечно, обжигались. Мы-то общались друг с другом вживую, настоящим русским языком, а не в соцсетях примитивным сленгом. Все больше кругом неестественного, фальшивого, клонированного. И уходя в виртуальный мир, они отказываются от природного и естественного, предают естество, предают матушку природу. А она не прощает предательства. Ведь все-все взаимосвязано в жизни, и все закольцовано. Конечно, нельзя идти вперед, все время оглядываясь назад. С вывернутой головой недолго и упасть. Но все же, кажется, что с каждым годом время, потерявшее тормоза, разгоняется, летит все быстрее. Да так, что встречным ветром сдирает с человечества его защитные одежды, веру, надежду, любовь, дружбу, честь, милосердие. И мы крутимся в беличьем колесе жизни, вкалываем, потому что так надо, отдыхаем, шарахаясь по Турциям и Египтам, девясь на чужие святыни. Но приходит момент, когда вдруг захочется туда, где прошло твое детство, откуда ты начал жить, где покоятся твои предки. И нет ничего выше этого на целом свете. Выше только небо.